выставки-продажи, песни, танцы, дегустации народных блюд. Все это и не только на большом фестивале Мештик-Фаур. Он проходит в Гаянах, это Дубосакский район. Сюда съехались народные умельцы со всего Приднестровья. Давайте вместе окунемся в атмосферу праздника. Фестиваль Мештик-Фаур проводит уже в 6-й раз, и с каждым годом здесь все больше и больше гостей. Даже несмотря на дождь, сюда приехали около 40 умельцев из Рыбницы, Дубосары, Григориополя, Тирасполя и не только. Нам очень понравилось, значит, все приехали к нам. Мы местные, и мы очень рады, не надо никуда не ходить, уехать, тут все приехали к нам, как не выйти и посмотреть. Участвуем на вашем фестивале с большим удовольствием. Очень рады, что нас пригласили. Пришли, чтобы продвигать наши молдавские традиции. Публика нас поддерживала. Подняли им настроение, даже несмотря на пасмурную погоду. Люди веселые и радуются этому празднику. А это молдавское подворье от Дубосакского дома культуры Коржева. Тут можно посмотреть на выставку молдавских национальных костюмов на современный лад, а еще игрушки ручной работы. Современные бабулечки такие, веселушки. Ну и в этом плане разные куколки, игрушки, зверюшки. Я на фестивале уже в 3-й раз. Красиво, весело, интересно. Людей как бы так достаточно много. Я смотрю, и приезжие есть. На подворье Ика Самары от коллектива «Зори Ленистрени». Тут всех угощают национальными блюдами. Можно попробовать голубь, цыплоцинты, хрустики. Их, кстати, на молдавском называют прожицей. Все готовили хозяйки коллектива. Мы сьогодні участвуємо в українському подвір'ї. І так як ми в українському, то значить ми приготували ось вареники, пиріжки, голубці, драники. Аджика, сало з часником, традиційні українські блюда. Вивозимо свої українські подвір'я, участвуємо показати всі народні традиції України, як є. У нас ж республіка на 3 мовах, так що. І от ми в одному участвуємо, хочемо показати, які блюда там їдять, які традиції, які там пісні співають. Всех участников фестиваля наградили дипломами, а вечером большой концерт от Бендекской приэтинии.